Давай, говори. О чем? О том, как на корабль? Ну как мы сейчас, да, сходили вот на корабль, твои ощущения. Вот ты первый раз ныряла вообще за свою жизнь, и ты расскажи, как ты вот первый раз, вот твои ощущения. Первый раз ты ощутилась, ну скажи, там 6 метров корабль сейчас был. Вообще очень необычно. Страшно, холодно. И красиво. Вообще хочется еще нырять. Да? Да. Ну ни одной, согласись ведь? Ни одной страшно, ни одной, конечно. Тебе ведь хочется понырять таким инструктором, как Сергей? Конечно. Да? Да. Ну а... Когда он еще держит за руку, отлично, и не отпускает, и вообще не страшно становится. Ну, Сергей Лазарь никогда тебя не отпустит, он будет всегда тебя держать и за руку, и за баллон. Да, и за баллон, и за талию. Вот. Это все будет безопасно и очень-очень интересно.